Казани прошел 79-й чемпионат России по большому теннису. В соревнованиях на кортах Академии тенниса в столице Республики Татарстан приняли участие спортсмены из 25 городов страны. Золотые медали в миксте выиграла пара в составе Анастасии Тихоновой из Одинцова и Максима Рытнюка из Симферополя. Финальный матч продолжался 1 час 35 минут и завершился победой Анастасии и Максима в двух сетах.